Доброе утро. Доброе утро. Я приготовила для тебя шикарный завтрак. Спасибо, но мне пора. Натали, ты не можешь уйти. Почему же? Потому что ты первый, кто достоин моего внимания. Прошу тебя, не огорчай меня. Пожалуйста, у нас есть даже свежевыжатый апельсиновый сок. И кофе. Садись. Хорошо. Возьми трубку, Эда. Но где же ты? Сегодня все решили игнорировать мои звонки. Слишком поздно, глупышка. Поздно? Почему поздно? Да так. Приступай, это все остынет. Блины у меня получились отменными. А что ты любишь больше всего? Расскажи мне. Долму в листьях. Нет, я не умею готовить турецкие блюда. Зато наша Джейлан их обожает. Почему ты такой грустный? Просто, мне пора. Но ты же не притронулся. Как-нибудь в другой раз. Хорошо. Ну что, так и попрощаемся? Будто чужие друг другу. Может, откроешь? Как скажешь. Ну, ладно, я сейчас. Джейлан? Эда, ты должна мне помочь. Я не знаю, что делать. Я не знала, куда и кому обращаться, и приехала к тебе. У тебя же много знакомых. Хорошо, ладно, успокойся. Эда, умоляю, помоги мне. Объясни, как я могу помочь тебе. Надо найти одного человека. Очень срочно. Ладно, не волнуйся. Пойдем посидим на террасе. Я как раз приготовила завтрак. Ты права, мне так плохо. Пойдем. Пойдем, подруга, присядем, поговорим спокойно. Заодно я познакомлю тебя с моим другом. С другом? Али? Али? Эда? Али? Эда, я пришла к тебе за помощью. Хорошо, садись. Расскажи, что случилось. Даже не знаю, с чего начать. Не могу собраться с мыслями. Я не могу дозвониться до Куркута со вчерашней ночи. Места себе из-за этого не нахожу. А кто такой Куркут? Водитель Тунги. А какое ты имеешь к нему отношение? Это не то, что ты подумала. Мы просто друзья. Вчера ночью он позвонил мне и наговорил столько непонятного, а потом бросил трубку. И с тех пор я не могу связаться с ним. Что ты имеешь в виду под непонятным? Боюсь, что он может что-нибудь с собой сделать. А что он может сделать? Из-за меня. Может... Он позвонил и сказал, что его могу остановить только я. И сразу же бросил трубку. И с тех пор я не могу с ним связаться. Эда, подруга, ты такая наивная. Наверняка он пошутил, а ты не понимаешь.
Нет, он говорил вполне серьезно. Потенциальный самоубийца не будет заявлять о своих намерениях. Даже если бы это случилось, мы бы уже знали. Эда, прошу тебя, надо что-то делать. Не понимаю. Чем я могу помочь? Ты зачем ко мне пришла? Наверное, потому что ты моя подруга, Эда. В самые трудные минуты люди приходят к друзьям и просят помощи. Можно подумать, я часто прошу тебя помочь. Извини, дорогая. Не обижайся, пожалуйста. Ладно, я зря пришла. Прекрати. Я же извинилась, дорогая. Давай сядем, подумаем. Садись, успокойся. Хорошо, с чего бы начать? Где живет этот парень? Ты знаешь? Он живет вместе с сестрой. Я знаю его дом. Хорошо, тогда едем к нему. Нет, я ему утром звонила. Он еще не пришел домой. Не хочется вызывать панику, не разобравшись в ситуации. Послушай меня, подруга. Как я уже говорила, возможно, он солгал тебе. Кто знает, может, он сейчас лежит дома и смеется над тобой. Не знаю. Хорошо. Тогда начнем с его дома. Посмотрим. Вставай, пойдем. Поехали. Давай, давай.